Дисклеймер. Так, хорошо, продолжаем. Ай, я опять не туда спрыгнул, да? Да-да-да-да-да-да-да. Сейчас нам придется обратно идти. Понятно, потому что здесь с котов мы не сможем А, мы и с сумочкой не сможем пройти сейчас. Класс, замечательно. Получается, мы вообще ничего не можем сделать, правильно? Так, понятно, ладно, тогда быстренько бежим назад, прыгаем в портал, потому что, ну, котов мы уже явно спасти не сможем, вот этих вот. Они все равно будут самоубийство совершать. Ой, ладно, тогда бежим в портал и уже по левую часть все делаем. Да-да. Так, куда? По левую, по правую часть. А мы что так не сможем ничего сделать, подожди-ка. Делаем вот так, надо все аккуратно делать, чтобы потом мы, если что, могли вернуться. Так, хорошо, это мы, допустим, убрали. Теперь куда? Вот портал вниз куда-то есть. А куда он нас приведет? Так, ну в целом куда-то в раз... Ага. Давай вот так положим. И тогда давай вот сюда телепортнемся. Хорошо, это мы назад спрыгнули. Так, понятно, этот портал я запомнил, куда идет. Так, если что, мы вот так пройдемся. Хорошо, это не страшно. Тогда делаем вот так вот. Так, и здесь мы можем по левую сторону пойти. Блин, по правую хотел сказать, но не надо было, потому что вот это вот не то, что мне надо было. Хорошо, тогда берем еще раз, идем так. Как обезьяны сейчас громко уаакали, это жесть просто. Так, а куда еще один портал приведет? Так, еще раз бомбочку берем. Да, уровень, конечно, замудренный, но в целом можем справиться. Так, ну бабка хотя бы не взрывается. Спасибо и на том. Так, теперь мы можем делать вот так. И можем отводить котов уже к финишу. Хорошо. Тогда давай по левой части... Хотя, ладно, вот так вот можем сделать. Вот так вот делаем. Все. Отлично. Котов мы спасли. Фух, и выбраться мы отсюда тоже спокойно теперь сможем. Так, этот тормоз у нас. Понятно, спускаемся быстрее. Быстренько делаем так, быстрее, 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 котятки мои, быстрее, быстрее. Собираем это, ага, тут мы уже никак не пройдем, ну давайте 5, 4, 3, 2, 1, блин, а там кота забрать. А давай вот так вот, точно, мы можем успеть забрать вот так, раз, и все. Главное, чтобы другие коты не тупили, все. Так, и обезьяны должны вверху возродиться, правильно, правильно, все. Они оттуда уже не могут выбраться, это хорошо, что они в такой ловушке остаются, это прям отлично. Так, сумочка нам не нужна, хотя... А как нам там спуститься, если вдруг что? Так, надо подождать, пока таймер закончится, потом мы сможем прокопать себе путь. Хорошо, я примерно представляю, как это должно выглядеть. Главное не затупить нигде, это во-первых. Во-вторых, где еще один росточек? Ну, вроде где-то у обезьян нет, правильно? Там же у нас один всего остается, который я не нашел, правильно? 5, 4, 3, давайте быстрее. 2. Так, хорошо, один успели. Так, а где еще росточек? Что-то я его не нахожу. Так, очень интересно. Сейчас нужно последний найти. Я не нахожу, где он? Что за приколы? А как мы тебя выведем? Подожди, а там ты... Зашибись, мы уже не туда пошли. А все, ты там уже не выберешься, чувак. Удачи тебе. Это нам надо было вот в эту сторону идти по кругу, так. Видишь, сколько она времени теряет просто на падении одном. А, кстати, я вижу. Ага, где последний росточек? Прикол он не оценил. Слышишь, как громко обезьяна рычит? Очень громко. Аж зашкаливает звук. Так, все, это получается, телепортируемся сюда. Ну, коту надо вскопать. Давай вот так вот сделаем. Бомбочка больше не нужна нам. Делаем так. Сейчас забираем вот так вот этот цветок кота. Давай вот так заберем. Прыгай, хорошо. И теперь кота можно по-другому увести. Не ори, я же рядом с тобой. Пошли так. Фу, хорошо, разобрались. В целом, не сложный уровень, вообще не сложный. Главное, я сразу вправо не идти.
Да ну заколебешь снова, серьезно. Я не могу, в этот раз почему-то прям сильно громкий звук у этих обезьян. Прям сильно слышно, что кто записывал или кто добавлял в игру, он усилил звук и там прям зашкаливает он. Это прям слышно. Куда мы телепортнемся? Сюда. Так, ну это безопасное местечко. Так, теперь главное мимо этой обезьяны как-то проскочить. Так, давай, она пойдет снова сейчас вправо, и мы тогда вскопаем для нее могилку. Давай вот так, оп. И вот так делаем. Хорошо, потом мы, если что, еще вернемся. Давай вот так вот. Так, и вот так выкопаем для собаки путь. Хорошо, теперь собираем всех котов здесь. Мы лучше вот так вот соберем их всех, сколько сможем здесь, чтобы потом не потерять сразу всех, если вдруг попадемся. А тут мы можем вполне попасться. Потому что видишь, их три обезьяны, у нас в целом нет даже способов убежать от них. Ой, некоторые коты, вот я тебе и говорю, они тормоза, и что нам с этим делать? Вот что нам с этим делать? Плюс еще, я не знаю, а тут с мартышкой нам что по сути делать? Ну, по сути, у нас нет вообще выхода. Давай делаем так. Вот так, все. А как следующую бомбу забрать? Чего? Я сейчас по воздуху просто прошелся. Давай так. Так, ну они у нас тормоза, хорошо. Я хотя бы представляю, как с ними сейчас можно будет бороться. С тормознутыми котами. Так, давай сначала от обезьяны избавимся. Так, собака на всякий случай, если появится. Прыгаем сюда. Куда вы пошли? Они даже сейчас бесят меня. Все, отлично. И эта обезьяна пока исчезла, мы можем быстренько отнести. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас наш идеальный шанс. Делаем вот так. И сейчас обезьяна стопудово появится возле нас. Давай вот так делаем. Хорошо. А там мартышка справа сверху вас не смущает? Так, ну туда мы уже не успеем забежать. Давай сюда. А вот теперь очень сильно опасная ситуация. Очень сильно опасная. Во-во-во, я про это и говорю. Быстрее иди. Оп-оп-оп-оп-оп. Забираем быстренько кота. Забираем. Сейчас главное ловушку не попасться какую-нибудь. Да, я видел, что у нас там есть проходочка, но сейчас не до нее. Давай так. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, идем. Вот так вот делаем. Раз. Два. Быстрее, пускай идут. Три. И вот сейчас там заберем уже цветочек. Хорошо, все, пошли. Вот так делаем. Оп. Коты, быстрее. Закопаем их пока вот здесь, обезьян этих. Быстрее, пошли. Я тебя слышу, не ори. Да, мы его могли бы... того кота тоже сейчас забрать, но подожди, сейчас не до этого. Давай вот так вот. А теперь ждем, пока они придут сюда. Эти мошки эти бесят. Все, пускай они сюда к нам идут. И мы будем в преимуществе, потому что телепортнемся сразу туда. Но я не вижу, где тут цветок еще есть. Так, ну второй сразу умер, это хорошо. Так, и еще один. Молодцы, тупорезы. Так, быстренько бежим. Слышишь? Он умер и даже после этого все испортил. Блин, а там, я так понимаю, финиш уже, да? О, класс. Давай так. А я знаю, как можно сделать. Давай, пошли так. Главное, чтобы кот не тупил. Так. Давай, прыгай сюда. Так, а там он забраться никак не может, правильно? Тогда делаем так. А здесь? Я не знаю, как можно сделать. Давай вот так делаем быстренько. Оп. Так, и вот так. После чего нужно будет... Блин. Проблема в том, что кот у нас может не успеть. Фух, успел, красавчик. Так, мы телепортируемся сюда, собираем сразу этот цветок. А где у нас обезьяна возродится? Это плохо, что здесь. Быстрей. У нас есть шанс успеть, но очень маленький. Быстрей. Главное, нам еще надо успеть поставить бомбочку, понимаешь? Сейчас я офигеть как выдавливаю клавиши, чтобы мы успели. Давай вот так. Фух. По идее успели, правильно? Фух, да, тоже потный уровень. Вот это вот, конечно, напрячься надо. Так, а тут что у нас? Один инопланетянин, одна мошка. Фу, одна мошка.
Понятно. Один инопланетянин, одна мошка и одна собака. Хорошо. Но у нас тут много земли, так что если что, вскопать инопланетянина спокойно можем. А, офигеть, подожди, а как нам тут с котами идти-то? Тут же видишь, что происходит? А как нам это сделать сейчас? Ну, цветочки, я думаю, ты понимаешь, уже отдельно будем все собирать. Пошли, 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 аккуратно. Нет, 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 не иди, дебил. Ладно, там уже лавы хотя бы нет. Ты чё, сука, издеваешься? Но охереть, я ж даже не двигаюсь. Какого хера они все после... Зачем ты в лаву бежишь, ёб твою мать, а? Сюда бегите. Сюда бегите. Они издеваются, я тебе говорю. Они специально бегут в лаву. Сюда идите. Росточки потом отдельно пособираем. Тут этих двух-трех... Нахер вы двигаетесь вообще? Я понял, вы специально издеваетесь, да? Быстрее бежим, 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 бежим. И вот, вот здесь можно вскопать. Вот ты сука, конечно, а? Ну как так? Там же уже финиш для котов. Они должны были, они обязаны были просто... Блядь, эти спрыгнули, идиоты. Ой, я не могу, реально. Вы тоже умерли, сука, как? Как вы умерли? Блядь, пиздец просто, а. Я хуею. Если бы мы сами проходили, мы бы уже спокойно прошли эту игру. Я тебе говорю, вся проблема в том, что у нас есть просто дебилы. Дебилы. Сюда пошли. И вот сюда, все. Стоять. Вы сейчас опять херни понаделаете. Сюда пошли, влево быстро. Вправо точнее. Вот сразу бежим вправо, потому что эти олени, блядь, нихера не сделают нормально. Так, сколько у нас росточков до хера, но ими мы потом займемся. Сейчас не до них вообще. Да, кто бы сомневался, блядь, что хоть один найдется, который спрыгнет вниз. Молодец. Ненавижу, когда нам нужно что-то делать, и ты не можешь это контролировать. Поэтому я и ненавижу рандом, собственно. Быстро. Молодцы. Так, этот пока ползет, в жопу пусть идет. Давай так. Тут, надеюсь, они уже... Ну, тут уже невозможно засрать на этом этапе игру. Ну, уже невозможно. Розыкрой. Надеюсь, тут уже они не будут меня бесить и уже нормально просто пройдутся. Пошли. Где тут инопланетянин, кстати, возродится, вижу. Хер его знает. Ладно, давай вот так вот спрыгиваем. Пошли. Быстрее, чтоб я мог собаке вскопать землю. Отлично. Фу. Так, я вижу, что у нас там портал. Нам не нужен. Нам надо росточки теперь забрать. Потому что я... Ты же понимаешь, да, что с котиками мы их точно не соберем. Так, слушай, неплохо, 91%. Давай так быстренько. Оп-оп, хорошо. Оп-хорошо. Так, ну это последний, скорее всего, росточек, потому что я больше не вижу, где еще могут быть. Давай так. Кстати, 165 уровень. Я думал, 160 будет. 165 уже уровень. Когда уже финиш? Алло. Вот ты бесишь, конечно, охереть. Нельзя было полностью... Ладно. Там, аж там, охереть. Ладно, давай вот так делаем. Не спрашиваю, что это было, неважно, что это было. Так, пошли так. Да все, ты там уже не выберешься. Фу, прошли, но 165-й, ну по логике должен быть последний, хотя босса я тут и не вижу. 170, что ли?
Ой, блять, как нас сейчас задрочат здесь. О, бля. Ёбаный рот. Сука. Уровень на память, но... Я слышал, что человек может сколько там, 7 или 11 предметов запомнить без труда. Для меня с трудом, потому что у меня память плохая. 7-11. Здесь, сука, их миллиарды. Сколько, подожди. Сколько порталов нужно запомнить, в который из них идти? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять... 26, 27, 28. 28 ходов нам надо запомнить. Понимаю. Я пока считал, уже забыл, куда нам идти. Да уж. Да, замечательно. И главное, тут хер ускоришь. Потому что тебя тоже нужно видеть, если вдруг будешь проходить, куда идти. Ой, бля... Сука. Я сейчас начну уже записывать куда. Кстати, в натуре просто буду записывать и все, нахер эту память. Память это не мое. Нахер. Это не ко мне. Нужна память, это не ко мне. Так, пишем. А, первое у нас куда? Лево. Верно. Лево, потом. Лево. Потом. Лево, потом, право, потом, лево, потом, лево, потом, право, хер ты угадал, потом тоже лево. Так, итог, по итогу идем, лево, 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 право, лево, 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 и сейчас вправо что ли? Сука, тоже влево. Охереть. Лево. 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 Право. Потом лево, лево, лево. Лево 4 раза идет у нас, да? Раз. Два. Три. Четыре. Так. О, все. Отлично. То есть в целом путь мог быть еще дольше. Если б я еще какой-то портал нашел, да? Хотя мы, по-моему, все испробовали. Так, подожди, это уже не смешно, подожди. Хер с ним с рекордами, это что, очки сбросятся, подожди. Сколько тут уровней? Я не могу понять, вы что, добавляете, пока я играю, что ли? 167, хорошо, допустим, 180. Ой, 170. Хорошо, допустим, так. Собираем максимум котов, тут же нет лавы, соответственно, эти уроды не могут никуда спрыгнуть, правильно? У нас есть еще есть сумочка. Но мы тут копать ничего не можем. Соответственно, тут абсолютно все зависит только от наших сил. И давай спрыгнем. Блять, я хотел того забрать. Ладно. Где сумочка у нас? Ох ты ж, охереть. О, идеально, просто отлично. У нас другие порталки есть? Нет, у нас все в одну сторону и идут. Замечательно, давай так пройдем. Так, так, пошли дальше. Так, 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 пошли дальше. Да, я вижу, я тебя в прошлый раз хотел забрать, просто упаль. Все, отлично. Спрыгиваем так. Пошли так. Да подожди, я еще не нашел все цветы. А я тут в теории-то мог пропустить. А сколько мы собрали-то вообще? Неужели нельзя было сделать маленький показатель, где я показывала бы, сколько мы всего цветов собрали? Почему так? Вижу, один прямо у нас там, да? Не угадал, хорошо. Блять, это по всем порталам надо ныкаться идти. Давай этот посмотрим. Куда он у нас идет? Понятно, обратно. Я думаю, тот, который по веревке нужно спуститься. Нахер, идите вот так. Все, бабка... Бабка так много крутила сумочкой, что уже взлетела. Но мне кажется, что это либо вот этот сейчас, который будет чуть-чуть выше справа, либо, ага, вот этот слева.
Давай попробуем слева, это дальше всего находится. Понятно. Ну теперь те, которые поближе, можно в целом использовать, правильно? Так, отлично. Естественно, я даже не сомневался, что это так будет. Так, 18 секунд еще есть, нормально. Мы сможем забрать и один цветочек, потом телепортнуться. Да, все норм. Хорошо, это, ну, это был легкий. Мы бы даже всех котов могли сразу забрать, нихера себе. Так, ну тут тоже сложностей не будет вообще никаких. Тут же нет лавы, вроде как. Ну, вроде как нет, главное ничего не пропустить. Так, сейчас коты у нас, собаки с той стороны, да? Сейчас они пока через воду будут бежать быстрей. Быстрее, так. Блин, а у нас на этих крайних колоннах есть что-то? Я надеюсь, что... А, сука, есть собаки, да? Ой, есть коты. То есть придется второй раз бежать. Это херово. А, у нас по двум сторонам есть. Охренительно. А телепортнуться мы можем только по низ... А так нечестно, слушайте. Собаки с двух разных сторон — это плохо. Но мы можем сделать вот так вот, кстати. Надо было, конечно, бы сразу сделать, но... Кто ж знал. Быстрее делаем так. И вот так. Хорошо, теперь спускаемся вниз. Можно было всех котов за раз спустить, можно. Но я не внимательный, поэтому я просто пропустил. Да, я пропустил, что здесь тоже коты есть. Тогда давай этого заберем быстренько. Делаем так и сами спрыгиваем. Потом забираем этого кота с этой стороны. Заставляем их бежать срочно в левую часть, чтобы... Собаки не успели за нами. Видишь, она пока спрыгивает, пока поворачивается. Это охереть, сколько времени занимает. А, нам тут наоборот, надо по левую часть вот здесь вот. Так, ну, слева собака, допустим, уходит. А это будет еще долго ходить тут. Быстрее, быстрее, быстрее иди. Пошлите. Ну, естественно, куда мы можем продвинуться, если не заставлять нас перепроходить эту одну и ту же локацию по несколько раз. Хорошо, 168. Фух, так, уже интересно, скоро финал. Я надеюсь, тут какой-нибудь босс будет? Потому что, ну, все идет как будто бы к боссу, нет? Такого ощущения. Блять, тут лава. Тут лава. Да пиздец. А тут от них хер убежишь. Подожди, а что вы мне предлагаете вообще? Каким образом я должен что-нибудь сделать тут? Быстрее. Быстрее беги. Сейчас мартышка уже вылезет. Быстрее. Чуть-чуть. Ага. Все, быстренько бежим, 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 потому что тут мы уже с ними ничего не... Так, там опасно, там опасно, там опасно. Надо хотя бы этих отвезти. Делаем так. Нет, куда вы побежали, ага? Я уже видел, что они хотели сделать, ага. Так, быстренько забираем. Тут надо аккуратнее. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорошо. Падай быстрей. И тут надо аккуратно. Оп-оп-оп-оп-оп. Ай-яй-яй-яй-яй, этот же сейчас быстро. Фух, ну хотя бы успели отвезти, хорошо. Но это 169 уровень, это предпоследний. Тут можно в целом потратить жизни, уже они нам не нужны просто будут. Быстренько собираем котов, здесь надо аккуратно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блять, коты тоже скользят, это херово. А, вот так даже, тогда давай лучше вот так. Оп, быстренько идем, собираем так. Так, быстренько давайте бегите сюда.
Так, быстренько делаем так. Так. Хорошо. Так, последний код остался. Хорошо. Тебя в целом проблем забрать не будет. Сука. Бесишь орать. Давай так. Не-не-не, тебя мы вскопаем. Хотя нахер тебя копать, время на тебя тратить. Быстрее пошли. Ух, нихера. Это свет мелькнул. Так, давай так. Так. А какого хер ты вообще туда пошел, слышишь? Давай, проходи сюда. Оп. Ай, подожди, я не заметил. То есть есть еще где-то росточки, да? Так, ну вижу один, допустим. Так, хорошо. Охренительно. С той стороны, да? Сука! Обидно, чуть-чуть не хватило. А как нам наверх попасть? Я не... Подожди, а как наверх? Через портал, а там портал... А, ну все, я понял. Тогда сложностей никаких не будет. Давай вот так. Давай. Быстрей, быстрей. Да, зачем? Ладно, насрать вообще. Хорошо, ну можно было без смерти обойтись. Ну, блядь, не фартануло немного. Не фартануло. Ладно. Сколько? 5 врагов. Тебе нужен план. План мне не нужен. Так, давай так. Это многоразовый, что ли, ключ? А, не, вот он. Так, ну мы можем их просто не открывать, и все. До последнего. Вот просто можем их держать тут до конца, потом уже мы их выпустим, потом последних 5 котов заберем. А лучше даже по одному их будет забирать. О, отлично. А, мы сумочку можем забрать, да вообще отлично. Так, нет, этих котов мы отводим на очки, нам сейчас абсолютно насрать. Это финальный уровень, его надо пройти. А как нам наверх попасть? Там надо бомбочку взять. Подожди, а как нам бомбочку тут взять? Так, я не понял, как нам туда забраться? Понял, все. Зря туплю. Так, пошли. В любом случае, сумочку берем в самом конце, перед тем, как открывать вот этих чертей. Быстрей. Ай, ну это было не при... А как? А. Ну мы так ключи не донесем, а нахер нам мне не нужен там, точно. Ой, какое веселье, конечно, вот это круги наяривать, ладно. Пошли, пошли, пошли. Тут хотя бы ничего сложного нет. Хотя тут может быть проблемка в том, что мы можем пропустить какие-нибудь росточки. Хотя мы уже все собрали, ржать. Хорошо, первую бомбочку ставим сюда, потом идем за ключиком. Ключик у нас вот здесь вот. Все, вижу, вижу, вижу. Пошли. Потом сумочку просто можно будет взять и все. От этих инопланетян. Давай, так, 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 так. А как? А. Хе-хе-хе, смешно тебе, падла. Хитрожопая, ладно. Могли бы, конечно, сразу это сделать, но... Не обратил внимания, что так мы хер пройдем, конечно. Мошки ёбаные, ненавижу этих мошек. Бомбочка нам в любом случае не нужна. Сейчас надо главное отвести котов. А, ну тут мы в целом разминуться можем с инопланетянами, прям вообще отлично. Ну, естественно, куда без одного кота-аутиста? Давай, двух даже. Наконец-то. Так, теперь ключками надо открывать, этих всех вскапывать. Ладно, давай вот так делаем. Так, я вернулся. Так, давай продолжим. Да продолжим, продолжим. Оп. Неудобно продолжать, когда за тобой охотятся вот так. Сейчас надо быстро пробежать. Оп. Теперь быстренько открываем следующего. Фух. Теперь надо вот так делать. Быстрей. И вот так делаем. Быстрей, быстрей, быстрей. Ну и, наверное, на следующего вот так. Быстрее, чтобы он прошел. Так, падай. Хорошо, отлично. Справились. Блять, они все возрождаться тут, что ли, будут? Это плохо. Быстренько делаем вот так. Бежим, 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 бежим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Все отлично. Надо теперь их по кругу провести, чтобы забрать ключик наш золотой. Потом сумочку возьмем. Сейчас нам от нее смысла вообще никакого нет. Быстрей, быстрей, быстрей. И надо еще двоих открыть. После чего... Так, быстрей, быстрей. Да, я вас понял, хорошо. Попался. Попался. Ладно. Ничего страшного. У нас куча жизни, а это последний уровень. Фух. А ты... Вы серьезно меня тут возродили? А, то есть... Ага. То есть мне тут еще умирать нельзя, да? Фу. Это было жестко. Это было жестко. Ладно, давай сначала пособираем всех остальных котов. В смысле? А. Хорошо, сейчас соберем всех котов вот этих вот. Блять, тут нельзя ключ случайно забрать. Хотя, сейчас идеальный момент забрать ключ, потом последнюю сумочку забрать. Вот, это прям идеальный момент. Быстренько идем вот так. Сейчас надо быстро забрать сумочку. Все. Фух. Ну это было рискованно. Ты видел, что они вообще творят? Подожди, раз, два. Нет, шесть врагов, а не пять. Я еще и посчитал неправильно, охренеть. Так, быстренько бежим. За 20 секунд нам надо все забрать успеть. Они еще возрождаться тут прям на нас будут. Быстрей, 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 быстрей. Быстренько собираем. Так, все, нам надо бежать отсюда за сумочкой следующей. Быстрей, быстрей, быстрей. Сейчас лучше не рисковать вот это лишний раз. Нам не надо, мы будем весь этот длиннющий уровень проходить заново. Зачем нам это, правильно? Хотя сейчас сам рискнул, конечно. Сглупил. Давай быстрее, так. Они еще и по очереди идут, слышишь? Иду, не ори. Давайте, подходите. Все, больше не подходите. Давай быстрее. Так, быстренько за сумочкой следующей идем. Где у нас? Вижу. А как-то... Ага. Ну, я понял. Сейчас будет, конечно, неприятный момент. Сейчас мы... Ну все, считай, либо пан, либо пропал. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут же не обвалится земля, правильно? Тут надо будет вскапываться. Блять, либо пан, либо пропал. Вот это я не люблю такие моменты. Просто ва-банк идем. 7, 6, 5, отлично. Но этот уже не успеет, надеюсь, появиться. Отлично, мы его сейчас выносим. Все. В смысле? 175... Сука, я тебе говорю, они, походу, делают уровни в режиме реального времени. Вы чё? Так, ну тут хотя бы боссов нет, правильно? Тут врагов нет, точнее. Отлично, надо просто пробежаться и всех собрать. А, ну тут как бы хер еще поймешь, как... Давай лучше отводить котов по чуть-чуть. Ну их нахер, они найдут и здесь способ, как умереть. Эти просто камикадзе меня напрягают. Давай так. Угу. Так, теперь давай в портал и посмотрим, куда мы еще можем попасть. Так, бомбочка, я даже знаю, куда нам ее сейчас стоит использовать. Ага, как нам? Там, ну, нам, получается, надо через порталы срочно про... А как? Нам вот здесь на камень нужен. А давай вот так, оп, не успел поставить. Ну, так, если поставим, то это не поможет, да? Вот так надо было сразу. Быстренько так. Оп-о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 п. Быстрее пока. Оп. Хорошо. Сука. Ладно. Сейчас я знаю, как сделать это надо. Да блин. Быстренько бежим. Оп. Пальцы, честно говоря, уже болят, потому что можешь попробовать поиграть. А, блять, нам это и взрывать-то не надо. Да, я понял. Да, класс. Главное, что я вовремя обратил внимание. Ничего не скажешь. А, давай так сделаем. Потом следующую бомбочку берем тоже. И куда-нибудь ее успеем использовать, например, наверху вот тут. Быстренько, быстрее вот так, так собираем. Это ж не провалимся, правильно. Тогда здесь взрываем, чтобы там пройти потом можно было.
Так, пошли, вот так собираем все. Можно было бы напрячься, как-то собрать абсолютно всех здесь, но я не хочу. Но это реально, просто никакого желания нет. Зачем? Зачем? Для очков, ну так... Пожалуйста, не сдохните тут. Спасибо. Теперь нам вам надо открыть проход. Это надо будет через низ все пройти, да? Ладно, пока что давай хотя бы этих выпустим. Кстати, мы можем вот так сделать. Оп, и все. Вместо того, чтобы там жопу рвать. Давай вот так вот делаем. Оп. И теперь быстренько надо... А, там мы уже не сможем, да? Блин, ну ладно, давай этих хотя бы выведем, потому что слишком много котов потом в ловушке будут. Каждый из них может индивидуально затупить, и я этого вообще не хочу. Так, пошли вот так за бомбочкой. Давай так, оп. Ставим тут. Ну вот это, конечно, тоже драченая вещь, каждый раз ставить тут бомбочку. По 5 секунд, которая каждый раз будет длиться, но это тоже как будто затягивает время. Ай, я случайно упал. Ну хотя насрать, нам все равно тут надо так. А нет... А как мы потом выкопаем там? Но главное, отсюда мы кота хотя бы заберем. Все. Давай вот сюда. Оп. И там мы уже сможем его еще разочек забрать. Ждем тут. Мы же не умираем от взрыва, правильно? У нас бабка-терминатор буквально. Она же говорит, I'll be back. Ну во. А, еще и... Еще и завод был, и лава. Понятно. Так, идем дальше. Давай я тебя лучше к финишу отведу, потому что ты тупорез, ты можешь что-то еще выкинуть такое. Я уже просто боюсь за них. Они реально ведь могут что угодно сделать. Вот просто что угодно, а мы увидели, что в этой игре куча багов. Куча багов. Так, потом нам как надо сделать? Ну тут любые ловушки еще могут быть быстрее. Так, 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 бежим, бежим, бежим. Ага, мы даже так можем сделать, да? Блин, тогда бомбочку надо в другом месте, значит, будет использовать. А вот в каком мы-то пока не знаем. Ага, вот здесь, да? Наверное. Но других вариантов нет. 90. Вот это и плохо. Я не знаю, где еще могут быть два. Куда мы еще не заходили? Ага, но у меня есть в целом, в теории, пару идей. Да, ой, как я бы сейчас опять на финиш нарвался, да. А, так, где еще может быть цветочек? Хотя бы приблизительно. Так, ну уже по-любому где-то слева сверху или справа сверху. Сверху, короче. Снизу уже стопудово не может быть, потому что тут мы уже по 1000 раз все бежали. Тут уже точно нигде не может быть. Так, вот здесь? Нет, не угадал. Потом, ага, вот, вижу один. Еще один, мне кажется... Ага, вот он, увидел, отлично. 18 секунд... Ага, ага. А это куда нас телепортнет? Обратно. Ну, нормально, нормально. Сюда как раз нам надо сейчас. Ну и потом бомбочка, я думаю, через низ можем пройти, правильно? А, нет, подожди, через низ нам нахер не надо, получается. Нам надо идти через верх, получается. Да-да-да-да, чтобы потом упасть. Допустим, если там даже вскопаем, лучше не делать этого. Давай вот так вот сделаем. Все нормально. Хотя мы можем даже вот так сделать, оп, и все. Чтобы времени тратить. Потому что, видишь, она только сейчас взорвалась, а мы уже возле финиша. Хорошо, вот, отлично. Блять, подожди. Я не верю, подожди, что за приколы? Там уровни реально добавляются каждый раз? Смотри, мы как будто уже все прошло. А, финальное шоу, во, оно тут так и называется. Отлично, ох, нихера тут врагов. Охереть, сколько тут? Но я не могу сейчас посчитать, потому что я немножко занят, как ты видишь. Давай, пускай все сюда идут. О, отлично. Но она долго сейчас била. Она очень долго сейчас била. Она могла сейчас проиграть просто из-за этого. Так, нам нужно в любой, скорее всего, портал идти, и он у нас приведет в одну точку. Хорошо, я думал... Ну, честно говоря, я прям... Не скажу, что я рассчитывал, но я думал, что сейчас не будет сумочки. Вот так вот. Что финальное шоу как раз таки должно нас типа задрочить жутко. Что в этом как бы и был смысл. Но нет. Ну ладно, так даже легче. А в чем тогда проблема с этими сумочками? Я вообще тогда не знаю. Мы же в любом случае можем вот так вот забрать и все. Главное опять же не затупить и на лестнице с ними не встретиться. Потому что у них в этом случае преимущество. Они на лестнице могут что-нибудь делать, а я не могу.
Все, получается, на лестнице мы уже 100% проигрываем. Прям 100%. Давай так. Так, ну сумочку, ладно, давай подождем. Давай лучше подождем, чем вот это 5 секунд. Просто зря неоправданный риск. Ну, где там? Хорошо, неоправданный риск нам совершенно не нужен. Зачем нам проигрывать на ровном месте, согласись? Сколько вас много, а? И сколько? 9, 10? Это так, на глаз, я их не считал сейчас. Так, 89%, хорошо. А давай все-таки вот так вот сделаем. Тут все порталы ведут в центр, понятно, кроме этого. Нормально, нормально. Отлично, у нас все шансы есть выиграть. У нас 5 жизней, тем более. А мы что, умирали, что ли, сейчас? Или... А как мы 5 жизней получали? Получается, мы сейчас умирали. В последних уровнях, да? Потому что у меня-то было 0 жизней, я это помню. Так, 92%, замечательно. 90... Вот, а что нам с этим делать, который застрял на лестнице? А, мы можем просто добить его в тупую. Охереть, вы тут возрождаетесь. Не ори, иду я. Ну и все, давай, сколько у нас секунд для... О, сумочки вообще нет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас получается, когда я бил их сумочкой, я мог бы просто слиться на ровном месте. Охереть. Нет, стоп. Пускай идут. Слышишь, а вот этот то, что застрял на лестнице, это очень плохо. Хорошо, они очередь ждут, понятно. То есть тут еще какой-то приоритет есть, да? Это как в питоне, когда пишешь код, там пишется какое-то действие кроме или после, скорее всего, тут то же самое. Ну и чё, сука. Ах, куда ж нам без тупых котов? Естественно, куда же нам без идиотов, которые запорят нам всю игру? Казалось бы, а ты мог бы следить за тем, чтобы они все шли. Ну, заебешься просто следить за каждым котом. Буквально за каждым. Тем более, учитывая, что их тут не один, не два, не три. Их тут сколько? Больше 10 в целом бывает зачастую, да? А, ну вот так вот делаем и все. Прошли. Ну, что-то для финала как-то вообще грустно. Тебе так не кажется? Говорите-ки мои, я нашла офис администратора, но там никого не было, за исключением самого грустного, милого котика из всех, что я видела. Он такой дружелюбный, что кажется, он пытается говорить со мной. Пожалуй, я возьму его домой, и так что встретьте его хорошо. В конце концов, слишком много кошечек не бывает. До встречи. Целую, бабуля. То есть вы даже нарисовали кота-босса, но не дадите нам с ним сразиться? П.С. Я подумаю назвать его Дрыгоножка, наверное. Но в конце текста решили, блядь, это в пизду вообще. Все, получается, мы прошли игру. Но последний выпуск... 45 минут мы эти уровни проходили. Еще и в прошлый раз больше часа. Тут точно уже разделю на две части. Так, хорошо, 172 уровня. Чувство прекрасного у разработчиков явно отсутствует. Так, а давай посмотрим дополнительные уровни. Это что? Ну, это создавать, да? Можно. Загрузить приключения. Да, это то есть могут друзья делать уровни и друг другу кидать, чтобы они поиграли. В такой игре. Такая меха... Мощно. Ладно, в любом случае, на этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы не увидеть следующей серии. А эту серию выпуска я разделю тогда на две части. И все, скоро увидимся.